выставка называется «Витебская обитель красок». Здесь собраны 48 фотографий города, которые я снимал в течение 2 лет. Поскольку я родом недалеко из Витебска, ну, постоянно сюда ездили, мне он очень нравился и нравится. Мне хотелось его показывать с необычной точки, потому что, заходя в интернет, ну, как бы заезженные, скажем так, были. А мне интересно было залезть и показать так, ну, как еще, может, никто не видел. Когда выхожу просто с камерой, есть настрой, что-то поймаешь. Бывает, сходишь, снимаешь, но из этого ничего нельзя взять. Самое удачное время для съемок – это вечер и рассвет. И иногда для утренних фотографий приходилось не ложиться спать, чтобы запечатлеть что-то. Ну, иногда это того стоило. Было бы в идеале, когда задумка совпадает с реализуемой вещью, ну, фотографией, но обычно все получается не так, ну, получается иначе, в общем так. И иногда вот то, что получается, оно людям нравится, в общем. Со временем ты понимаешь, что идет в кадр, что не пойдет, то есть ты со временем начинаешь обрезать. То есть то, что ты видишь, ты раз выделил окошечко, снял. Ну, раньше было иначе, то есть раньше ты пошел и снимаешь все подряд. С опытом, наверное, это появляется. Благодаря этим фотографиям, которые я снимал именно города Витебска, мне удалось съездить в Китай. Там проходил обмен опытом по фотографии. Благодаря этому набрался опыта какого-то, ну и все же пообщался с людьми. И любая поездка условно оставляет какие-то впечатления. Все было интересно, все новое. Самое большое впечатление от китайской стены, потому что это что-то такое невероятное, которое, наверное, никого не оставляет равнодушным. Их особенная культура, все оформление в красных цветах, ну, необычно, интересно. Я сейчас более перехожу на движущуюся картинку, то есть на видео. Вот, и мы снимаем ролики и рекламу, так что в планах только создание каких-то таких визуальных проектов.